Много тысяч лет назад высшая раса приняла решение о создании планеты-тюрьмы, на которой провинившиеся могли бы перевоспитаться. Из миллионов планет была выбрана именно эта, которую мы знаем как планета Земля. Первые люди стали сосудами для спектральных форм наказанных. Для контроля за цивилизацией были построены гигантские пирамиды. С течением времени человеческая цивилизация развивалась и достигла хорошего развития. Но в какой-то момент над планетой-тюрьмой нависла настоящая угроза. Господа, докладываю вам ситуацию. На нашей планете-тюрьме опять началась парочка войн. Те, кому повезло родиться богатыми, до сих пор контролируют бедных. Впрочем, ничего нового. У нас для тебя есть кое-что новое. Солнце увеличивается до безумных размеров. И что теперь с нами будет? Мы вас разберем на атомы и переместим в какое-нибудь другое место. А может начать тогда с какой-нибудь никому не нужной страны, типа Гондураса? Начнем здесь и сейчас. Ну вот и начали. Беспилотном режиме вот оставляют на МКС грузы Dragon, это американские, значит, их два вида грузовых кораблей Cygnus и эти Dragon. А как вы считаете, есть ли жизнь на других планетах, совсем отдаленных от нас? Да есть, наверное. Не от нижних планет. Эх, ну здесь-то мне точно ничего не угрожает. Кому нужна вообще эта Восточная Европа? Себе. Я думал, это утка. Thank you.
Ого. У них, походу, получилось. А? Что? Я опять в своем доме, в своей комнате? Все выглядит так, как будто бы ничего не произошло. Мне что, это все приснилось? Тогда это был какой-то очень длинный сон. Ты кто? Приветствую. Я не знаю, кто ты, но мне прочно тебя проинструктировать. В общем, пирамиды спасли Землю от апокалипсиса и перетащили ее в другую галактику. Внешне это было похоже на уничтожение, но по сути они таким образом добили ее на много кусков. Причина. Земля — это такая тюрьма, оказавшаяся под угрозой уничтожения из-за разбухшего Солнца. Попытки остановить рост Солнца не принесли никаких результатов. Создание новой тюрьмы отказались до больших затрат. В итоге Землю разобрали, перетащили и заново собрали на новом месте. Вам, как персоне, которой память средь не удалось, я должен стать новым переговорщиком. Но пока остались на новом старом месте. До скорого. Да. Вот это поворот. Ну, хорошо то, что хорошо заканчивается. Перемещенная и собранная на новом месте Земля продолжает оставаться планетой-тюрьмой. Жизнь продолжается, будто бы ничего и не произошло. Но надолго ли? Господа, докладываю вам ситуацию. На нашей планете-тюрьме опять началась парочка войн. Те, кому повезло родиться богатыми, по-прежнему контролируют бедных. Впрочем, ничего нового. И что теперь с нами будет? А может начать тогда с какой-нибудь никому не нужной страны, типа Гондураса? Ого, а у них получилось!